Сегодня мы пришли к управляющей компании «Восход» по причине того, что к нам обратился ветеран Великой Отечественной войны, у активистки бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, и у которой уже на протяжении, с начала отопительного сезона, который нам уже обещали давно, до сих пор не появилось отопление. Она обращалась не раз в управляющую компанию, но к ней, к сожалению, пришел только один раз сотрудник, и так ничего не изменилось, до сих пор у нее нет отопления. Мы посетили управляющую компанию, видим, что здесь отопление есть, а у ветерана Великой Отечественной войны нет. Мы считаем это в корне неправильная ситуация, и у нас, к сожалению, не так много осталось ветеранов. Ну, кидай для дыма. И в этом есть определенные плюсы. Кроме того, что эта полена сейчас не загорится. Мало бумаги, большую пачку бери. Все, вы как ветераны можете греться, как войну грели. Давайте фотографируем, плакаты мне жечь. Оплату за вред положено. Я вам еще раз говорю, в углу там нет ветерана. Если мы тушим, то ветерана. Ну давайте мы вместе с вами придем, в смысле, давайте, она ждет вас, плачет, вместе, а вы говорите, что вы были. Поэтому требуем от управляющей компании в кратчайшие сроки устранить нарушения, устранить неполадки у ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня мы сами лично еще оставили заявку и договорились, что в 5 часов вместе с ними пойдем и исправлять эту ситуацию. Надеемся, что они сдержат свои слова и в 17:00 наконец-то какая-то техническая служба приедет к ветерану и исправит и наладит отопление.